Всем привет! Дядюра дает прогноз на матч 16-го тура Ла Лиги «Гранада-Валенсия». Встречаются 7-я и 15-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды поровну играли на обе забьют «Да нет» и 7 раз на тотал больше. У «Валенсии» 7 побед, у «Гранады» 1. Последние 5 очных матчей на поле «Гранады» были на тотал больше. Статистика команд. Гранада в последних 10 матчах имеет 4 победы, 2 ничьих, 4 поражения. Валенсия в последних 10 матчах имеет 1 победу, 6 ничьих, 3 поражения. Гранада последние 5 матчей отыграла на тотал меньше и обе забьют нет. Валенсия без побед в последних 7 матчах и пропускала в последних 4 матчах. Как видим, в последнее время Гранада чаще играет нулевые и низовые матчи. Валенсия играет больше результативных матчей, в которых и забивает, и пропускает. В предыдущем туре «Гранада» проиграла «Реалу» 0-2. Как и ожидалось, хозяева имели тотальное преимущество. «Гранада» ставила автобус, который с большим трудом, но дважды сумели таки пробить сливочные. Все решил гол Казимира, забитый защитником в высоченном прыжке после флангового навеса. «Валенсия» минимально проиграла «Севилье». Гости имели солидное территориальное преимущество, но гораздо острее в контратаках действовали хозяева. Хорошо играли вратари. По иронии судьбы, единственный гол Севилья забила также в быстрой контратаке в самой концовке матча. В очных играх на поле «Гранады» команды неизменно катают результативные матчи, в которых, как правило, обе забивают. Валенсия после неожиданной победы над мадридским «Реалом» еще раз удивила в игре на Камп Ноу. Но в остальных матчах летучие мыши выглядели достаточно посредственно. У «Гранады» нарисовалась трехматчевая серия на обе забьют нет. Валенсия последний матч также сыграла на обе забьют нет. В подавляющем большинстве матчей в этом сезоне Валенсия и забивает, и пропускает. «Гранада» играет примерно нейтрально. Поэтому вероятность того, что «Гранада» продлит свою серию на обе забьют нет на четвертый матч, относительно невелика. Поэтому тут можно брать вариант с обе забьют «да» за 1.92. Это очень хороший коэффициент. В норме эту игру должна бы выиграть «Гранада». Пожалуй, что-то на 2.1 будет самое то. Но «Валенсия» при определенной доле везения может не только не проиграть этот матч, но и выиграть с тем же счетом 1.2. Из связки ставок «Тотал больше обе забьют «да» победа хозяев» самый высокий коэффициент стоит на «Тотал больше» 2.21. На победу хозяев 2.15, на обе забьют «да» 1.92. Как видим, на все предлагаемые варианты буки дают высокие коэффициенты. Если выбирать один, пожалуй, ставка на обе забьют «да» будет самой вероятной из трех предложенных. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!